были мы в одной местности, и одна девочка, она была сестра, вот она говорит, хотя она в хоре пела, с детьми занималась, но она как-то проронила такую фразу. Например, если бы, говорит, мне неверующий парень бы предложил бы, ну, хороший, порядочный, я не исключаю мысли, чтобы я вышла бы за него замуж. Друзья, она еще не вышла замуж, ей еще никто не предложил, но же появилась трещинка. О, если бы она в тот момент пришла бы вот так с покаянием, братья, с кем мысли? У меня такое прослабление в этом вопросе. Я чувствую, что я... Нет, она, знаете, так сказала, прошло короткое время, и все произошло. Прошло 20 лет, и я встречаюсь с этой сестрой, друзья. Она увидела меня метров за 10. Она побежала навстречу. Она обняла и только вопила одно. Как вы были правы. Потому что ее жизнь – это страшная картина. Ни один муж. Сама, смотрю, захожу, у нее на столе кофе, сигареты. Такой образ жизни. И вы знаете, она вот так вот упала на грудь, да, и она долго рыдала, просто рыдала. Как бы все бы возвратить? Друзья, трещинка. Еще ничего не было сделано. Но чувствует такое послабление. Чувствует, что барьер ко греху подубавился. И так и произошло. Молодежь, мы сейчас помолимся. Я скажу, друзья, нам не до красивых слов. Я вижу, 300 человек сидят, да? Но все эти 300 человек могут стать красивой картинкой. А может и нет. Но это ты решаешь. Подписывайтесь на наш канал «Примеры из жизни» и следите за обновлениями, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но и источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог!